Так вот, там все эти задачи есть. Мы являемся помощником государства, сподвижником государства. Мы тоже ставим свой вклад в эту копилку для того, чтобы мы развивались в этом направлении. Ничего другого мы не придумывали. Все эти 17 задач сформулированы как для государства, так и для гражданского общества, поэтому и бизнес-сектора. Поэтому мы, как представители гражданского общества и бизнес-сектора, тоже в этом же направлении хотим принести свою пользу.